Этот глубокий колодец обеспечивает водой пенсионерку из Киселевска Татьяну Зоммер. Однако накануне он чуть не стал для женщины смертельной ловушкой. Татьяна хотела набрать из колодца воды, когда у нее закружилась голова, и она упала вниз. Крики о помощи услышали соседи, которые позвонили в полицию. К этому моменту Татьяна находилась в воде около часа и была близка к потере сознания. Участковый полиции Иван Гулинец по веревке спустился в колодец. А прибывшие на помощь соседи помогли мужчине достать пенсионерку на поверхность. Падение обошлось для Татьяны без серьезных травм. Но если бы участковые и соседи не оказались рядом, происшествие могло закончиться трагично. Своих спасателей Татьяна сердечно поблагодарила и пожелала им крепкого здоровья. Хороших вам новостей!